Приветствую всех на моем канале. С вами Светуш. Друзья, наше онлайн-путешествие по Австрии продолжается. И сегодня мы берем вас с собой в музей моей мечты «Кристальные миры Сваровски», о котором я давно слышала и много лет мечтала попасть туда. Те из вас, кто знаком с моим творчеством, знают, что свои самые крутые награды и дипломы я получила за участие в конкурсах Сваровски. В инфобоксе я дам ссылки на некоторые видео, где я рассказывала об этих конкурсах и показывала свои работы, участвовавшие в них. А сейчас у нас другая цель. Мы едем в музей, который расположен в Ватинсе, в 15 километрах от Инсбрука, на месте первого завода Даниэла Сваровски и неподалеку от нынешней штаб-квартиры компании. Вечером мы приехали из Зальцбурга в Инсбрук, заселились в гостиницу, и первое, что мы сделали, заказали онлайн билеты в музей Сваровски. Стоили они где-то 25 или 27 евро. С утра пораньше мы поехали в музей, приехали где-то в 10 утра, людей еще было очень мало, прошли мы без всякой очереди со своими билетами и начинаем любоваться территорией музея. Здание музея представляет собой лабиринт из 18 залов, ресторана, самого большого в мире магазина Сваровски, вип-зала для коллекционеров и зала для специальных выставок. Все это связано коридорами и лестницами. Сам музей расположен под землей. Над поверхностью находится только вход, выполненный в виде головы великана с глазами из зеленых кристаллов. Изо рта постоянно извергается водопад. Как вы видите, есть небольшая очередь на входе. Это была группа японцев. Музей «Кристальные миры Сваровски» создан в 1995 году к столетнему юбилею фирмы «Сваровски» под руководством художника Андре Хеллера. Вместе с ним над созданием музея «Хрусталя» работала целая команда художников и дизайнеров. Сейчас мы находимся в первом зале музея, и вы только что видели любимого коня индийского Махараджи в парадном убранстве. А сейчас перед вами стена, выложенная из кристаллов высотой 11 метров. Общий вес ее хрустальных частей 12 тонн. Очень хочется рассказать о самом музее, но параллельно я буду рассказывать о комнатах и об экспонатах, находящихся в них. Почти во всех залах музея был полумрак, поэтому видео получилось не очень хорошего качества. Но муж фотографировал специальным объективом, и самые красивые яркие фотографии вас ждут в слайд-шоу. А видео вам поможет сориентироваться в залах музея. Вечная зимняя магия и постоянный снегопад встречают нас в зале Silent Light – безмолвный свет. Более 15 лет назад было создано хрустальное дерево, а в 2020 году это сверкающее произведение искусства обрело новый дом в музее. Температура внутри зала опускается до минус 10 градусов по Цельсию, и снег там настоящий. Следующий зал – Crystal Dome – хрустальный купол. Тысячекратное преломление света, море зеркал создает впечатление бесконечности пространства. Это мы находимся в кристальном соборе – куполе геодезической формы, состоящем из 595 треугольных зеркал, создающим эту сказочную иллюзию. И не верится, что высота хрустального потолка всего 5 метров. The Art of Performance – искусство исполнения. Следующий зал прославляет давние отношения Сваровски с ведущими артистами и певцами. Это поистине комната чудес. Она представляет собой захватывающую презентацию богатой истории Сваровски в мире развлечений. Знаковые наряды с экрана и сцены демонстрируются на ослепительном фоне, прославляющем великолепие кристаллов Сваровски. От дизайна костюмов и украшений для красной дорожки до международных спортивных мероприятий. Автор зала Майкл Шмидт оказался избалован выбором, когда начал выбирать экспонаты для выставки. Оригинальные наряды Элтона Джона, Леди Гаги и Диты фон Тис стоят рядом с воссозданными нарядами Марлен Дитрих, Блонд Венюс 1932 года, в которых она впервые появилась на большом экране, до платья Кэти Перри, которое она надела на бал Мет-гала в Метрополитен-музее в 2019 году, где появилась на ковровой дорожке в образе люстры. Сейчас вы видите украшение Мэрилин Монро, которая была самой яркой иконой стиля в 1950-60-х годах, творя историю в сверкающих платьях, покрытых кристаллами Сваровски. На выставке представлен каталог,
Мэрилин Монро с ее фотографией в красном платье на обложке, который вышел в 2021 году, к 75-й годовщине дебюта актрисы. Также экстравагантные платья Bjork Forever и вещи Леди Гаги и Бейонсе составляют лишь некоторые из знаменитых экспонатов. Пока вы любуетесь этим самым ярким залом музея, я расскажу вам о том, что не успела рассказать, потому что мы очень быстро прошли через первую комнату. Там выставлен самый маленький и самый большой из хрустальных кристаллов Сваровски, вошедшие в книгу рекордов Гиннесса. Самый маленький кристалл можно увидеть только в микроскоп. Его диаметр всего 0,8 мм, а вес гиганта под названием Центенар 310 тысяч карат, примерно 62 килограмма, диаметр 40 сантиметров. Там же находятся поражающие своей оригинальностью потекшие часы из хрусталя Сальвадора Дали. А сейчас вы видите наряд, кажется, Леди Гаги, если я ничего не путаю. Очень яркий и эффектный. В целом, это необычный музей в традиционном понимании. В нем представлена не история компании, а инсталляции из кристаллов Сваровски. Андрей Хеллер придумал сказочную подземную страну, наполненную не всегда понятными, но сверкающими, увлекательными сокровищами. Это тот самый наряд люстра Кэти Перри, как я понимаю. А вот перед нами и туфелька Золушки. Музей представляет собой огромное интерактивное пространство, где можно не только увидеть, но и услышать, почувствовать и даже понюхать. Далее мы проходим через зал Интолети Сан, решетчатое солнце, которое оформила южнокорейская художница Ли Бул, обратившись к современной архитектуре как к своей музе. Инсталляция исследует взаимодействие между посетителем и пространством. Мириады кристаллов и зеркал придают залу иллюзия все новых и новых просторов и глубин, приглашая посетителей задуматься о себе и своем положении в пространстве. Глубоко символический мост, который ведет нас через этот захватывающий ландшафт из кристаллов и зеркал, усиливает пространственный эффект. Уже ступеньки, по которым мы поднимались в следующий зал «Ready to Love» – «Готовы любить» – настраивали нас на радость и любовь и заставляли улыбнуться. Добро пожаловать во дворец любви, где правит сердце и побеждает все. Вас ведут в царство любви по сверкающей лестнице, сияющей любовными посланиями. Каждое сердце в этой комнате сделано вручную, с использованием различных традиционных индийских техник. Влюбленные, вы теперь настроены на завораживающее зрелище. Утопия в цветах с множеством искусно сделанных, украшенных драгоценностями сердец фей, блаженно парящих, падающих и свободно кружащихся в роскошном сиянии возвышенного индийского особняка, сверкающего под ослепительными неоновыми огнями. Карьера скрипача у Даниэля Сваровски не задалась, но хорошее образование и интерес к электротехнике вывел его на новую стезю. Он занялся проектированием машины для автоматической огранки кристаллов. Иными словами, он стал создавать музыку, застывшую в стекле. В 1895 году Даниэль перебрался из Богемии в Тироль, где в городке Ватинс основал завод по производству изделий из хрусталя. Этот хрусталь не только прославил имя Сваровски, но и показал всему миру, что ослепительную красоту можно творить не из одних лишь драгоценных камней. Сегодня украшения с кристаллами Сваровски считаются самостоятельным видом ювелирного искусства. А мы, между тем, оказались в новом зале – «Люстра скорби», созданной одной из самых популярных современных художниц в мире – японской художницей Яйои Кусамой. Перед нами предстала зеркальная инсталляция, центральным элементом которой является вращающаяся люстра из кристаллов Сваровски, блеск которой оживает в комнате, полностью облицованной зеркалами. При этом у нас создается иллюзия нахождения в бесконечном пространстве. Следующая инсталляция под названием «Комната чудес»
Единственная комната в музее без углов. Все вращается вокруг целостного восприятия пространства. Цвета, формы, композиция и концепции приглашают нас делать собственные открытия. То, что на первый взгляд кажется ярмаркой, полной буйных красок, на самом деле является тысячами и тысячами коротких историй в форме движения, музыки, размышлений и легких намеков на современное общество. В начале музей «Кристальные миры Сваровски» был рассчитан на 200-300 тысяч посетителей в год. Со временем он приобрел широкую известность как в Австрии, так и за рубежом. И на сегодняшний день он является одним из самых популярных музеев Европы со средней посещаемостью 700 тысяч человек в год. В связи с этим музей неоднократно расширялся. Первый раз в 2003 году. А в 2007 году он перестраивался повторно. В его расширение было вложено 10 миллионов евро. Последняя реконструкция музея была проведена в 2015 году. Зал «Фамос» не попал ко мне на видео, там было слишком темно, но Алекс сделал классные фотографии. 4 архитектурных памятника представлены в кристаллическом измерении. Тадж-Махал в Агре, Индии, пирамида Хеопса в Гизе, Египте, мавзолей Ленина в Москве и нью-йоркский Empire State Building. Тонкие юмористичные видео открываются внутри экспонатов, только при просмотре их сверху. Величие представлено в перспективе посредством остроумного юмора. Не все залы музея попали ко мне на видео, но фотографии в слайд-шоу я постараюсь подписать, чтобы если вы соберетесь в музей, у вас было полное представление о нем и вы ничего не пропустили. Зона «Timeless», что в переводе значит «вечный», рассказывает историю Сваровских и кристаллов во всех ее аспектах. Захватывающая выставка, охватившая период от основания компании до волшебных моментов на сцене, экране и подиуме, сопоставляет диковинки, гламур с ностальгией, историей и технологиями. В этом зале мы забываем о собственном времени, поскольку ощущаем меняющийся дух времени с 1895 года по сегодняшний день и видим перед собой эпохальные экспонаты – колье и тиары, белье и платья, пуговицы и броши. Еще немного истории. Как я уже говорила, в 1895 году Даниэль Сваровский, его шурин Франц Вайс и деловой партнер Арманд Косман приняли решение перебраться в Аттенс и основать там новую компанию «Сваровски». В 1913 году они начали производство собственного хрусталя, а в 1930 году произошло значительное событие – разработка пластик триммингс, гибкой стразовой ленты, которую с легкостью можно было пришивать к платью, обуви или сумке. Середина 20 века ознаменовала собой начало новой эры тесного сотрудничества Сваровски с мировой индустрией моды. В 1955 году кристаллы компании начали появляться в коллекциях Кристиана Диора, а уже год спустя дизайнер вместе с внуком основателя компании Манфредом Сваровски разработали особый способ вакуумного напыления, наносимого на очищенные кристаллы для создания радужного блеска. Этот метод стал известен как «Аврора Бореалис», что в переводе с латинского означает «северное сияние». Великий кутюрье добивался эффекта, который напоминал бы ему зеркала, освещенные свечами, и люстры Версальского дворца. Помимо Диора, поклонниками Сваровски также были Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага и Эльза Скиапарелли. Изделия бренда все чаще стали появляться в кино и на сцене. В 1961 году Одри Хепберн ослепила публику тиарой из кристаллов Сваровски в фильме «Завтрак у Тиффани». А год спустя Мэрилин Монро исполнила песню «Happy Birthday, Mr. President» для американского президента Джона Кеннеди в Madison Square Garden, будучи в платье телесного цвета от Жана Луи, украшенном 2500 кристаллами, которые в свете софитов переливались тысячами цветов. В 1976 году, накануне Рождества, фирма Сваровски изготовила первую хрустальную фигурку. Это была маленькая мышка, собранная из нескольких деталей подвески для люстры. Успех превзошел все ожидания. За мышкой последовал ежик, черепашка, олененок, носорог, лебедь.
Кстати, одно время логотипом компании Сваровски был Эдельвейс, но этот альпийский цветок был знаком только жителям гор. Всемирная известность фирмы заставила владельцев задуматься о новом символе для своей продукции. И в 1988 году им стал лебедь, ведь практически у всех народов красивая птица ассоциируется с понятием элегантности и гармонии. За эти годы свет увидели множество различных фигурок. Любители этих изящных миниатюр основали клуб коллекционеров изделий от Сваровски, в котором состоят около 500 000 членов из десятков стран мира. В музее у них есть даже отдельное помещение, где коллекционеры собираются, обсуждают новые идеи и проекты, обмениваются фигурками. Хоть у меня много стеклянных и хрустальных фигурок, но настоящих фигурок Сваровски только две. Это два цветочка, которые прислали мне в подарок мои близкие родственники из Нью-Йорка. А мы с вами уже вошли в магазин при музее, который оглушает своими размерами и восхищает ярким освещением после полумрака музейных залов. Пространство магазина представляет собой буквально ландшафт, который извивается подобно естественному течению реки. Над этим прибрежным ландшафтом возвышается впечатляющий купол, звездное мозаичное небо, отделанное вручную черной мозаичной плиткой. Опираясь на искусно декорированные колонны, он напоминает посетителям сверкающее звездное небо. Светящиеся с разноцветной отделкой витрины и направленное освещение создают настроение праздника. Мы решили купить подарки дочке и невестке, но мы просто потерялись в магазине. Это было невероятно сложно. Нам что-то нравилось, мы шли дальше, а потом не могли найти, на что же мы уже обратили внимание. Несколько раз приходилось обращаться к продавцам, которых там достаточно много. Они очень вежливые, разговаривают на разных языках, с радостью пытаются помочь. В конце концов, мы купили подарки нашим девочкам. Мы настолько устали, что себе я уже не стала ничего выбирать. Правда, до сих пор жалею, что не купила коробочку со стразами, которые мы увидели уже у самого выхода, по 50 евро. Но я уже была настолько обалдевшая, что на эти коробочки даже особо не обратила внимания. Только потом подумала, что надо было все-таки их купить. Посмотрите, какие красивые цветочки. Там кругом стоит цена. Но цены очень высокие в магазине. На самые простые серьги-гвоздики, начиная там с 70-80 евро, а что-то более-менее приличное, это уже с 200-300. В 2022 году компания порадовала своих поклонников новым ярким проектом – коллекцией посуды «Сигнум», каждый предмет в которой – настоящее произведение искусства. Над созданием коллекции работала креативный директор компании «Сваровски» Джованна Энгельберт, а воплотили ее в жизнь мастера компании «Розенталь». Эта коллекция – еще один способ украсить свою жизнь. Нам всем нравится украшать себя драгоценностями, и мы также будем наслаждаться этой веселой и элегантной посудой, которая обогатит нашу жизнь и сделает ее еще более яркой, говорит Джованна. Новинки представлены были в 4 цветах – розовом, зеленом, желтом и голубом. А в центре зала, в стеклянных витринах, мы видим особенно эксклюзивные фигурки, видимо, новинки этого года. Русалочка – любимый персонаж нашей внучки, но купить его ей мы не смогли, потому что стоил он 15 тысяч евро. И вот такой замечательный дракончик за 20 тысяч. В качестве основного материала для изготовления стразов Сваровски используется свинцовый хрусталь, который по химическому составу и физическим свойствам напоминает горный хрусталь. Особые технологии обработки хрусталя обеспечивают кристаллам высокий коэффициент преломления, что и делает их такими роскошными. В качестве металла используется бижутерный сплав с гальваническим покрытием, который позволяет сделать украшения нежными и безвредными для здоровья.
А сейчас перед вами промелькнула еще одна инсталляция. Это картографический точный глобус высотой в 4 метра, представляющий собой победу и силу, знания и обучение, понимание и надежду, а также сверкающую красоту создания человеческих рук. Сама сфера весом 1000 кг имеет диаметр 175 см и украшена 500 000 кристаллов Сваровски. А выйдя из магазина, мы еще немного погуляли возле музея по парку и пошли поесть в ресторан Daniel's Crystal Welten, который сам по себе тоже является достопримечательностью. К сожалению, мы его даже не сфотографировали, но там мы не отметили ничего особенного для себя, ни в еде, ни в интерьере. А это все, что я хотела рассказать и показать вам сегодня. Обязательно досмотрите слайд-шоу до конца, которое я сделала для вас из лучших снимков Олега. В конце слайд-шоу я поставлю фотографии некоторых своих работ, которые я делала из кристаллов Сваровски и бисера для конкурсов и выставок. Некоторые из них были отмечены дипломами самых престижных международных конкурсов Сваровски. Спасибо, что смотрите мой канал. Я благодарю вас за подписку, лайки и комментарии. Желаю всем своим зрителям здоровья, мира, успехов и всего самого радостного. До встречи в следующем видео, где мы погуляем по Инсбруку. Всем пока!